тропок богатство советского Узбекистана. 1970 год был рекордным. Узбекские хлопкоробы дали стране более 4,5 миллионов тонн белого золота. Свою лепту, 5000 тонн, внес в этот рекорд и колхоз имени Ленина в голодной степи. Уже 18 лет во главе этого большого и сложного хозяйства стоит герой социалистического труда Назира Юлдашева. У нее много забот. Руководить людьми, думать об освоении новой техники, о выполнении плана, о будущем колхоза. У колхоза большие земли, но Назира успевает за день побывать всюду. И на полях, и у стариков-колхозников. Они уже давно на заслуженном отдыхе, получают пенсию. За последние 2 десятилетия в колхозе имени Ленина построены 3 детских сада, 4 школы. В одной из них, начиная с младших классов, преподавание ведется не только на узбекском, но и на английском языке. Well, I see a red apple. I see a red apple. Это Кахор, сын Назиры. А другой ее сын, Вахоп, уже водит хлопкоуборочный комбайн. Есть места на полях, где хлопок собирают вручную. Здесь работает Мавлюда, дочь Назиры. А руководит этой бригадой, одной из самых больших в колхозе, Шараф Джубаев, муж Назиры. Когда наступает вечер, собирается вместе вся семья Назиры и Шарафа. У них 7 детей. Все они родились в этом колхозе, на этой земле, которую сделали цветущей простые труженики Узбекистана, такие, как их родители.